Thank you. И, наконец, и это самое сложное, чтобы церковь вышла из застоя, должен быть поворотный момент. Поворотный момент. Как, например, в баскетболе. Вы бежите в одном направлении, а потом резко поворачиваетесь и в противоположном или в другом направлении. В мире бизнеса сейчас часто говорят о поворотном моменте. У моего сына интернет-компания, и они, собственно говоря, специализируются в том, чтобы устраивать поворотные моменты в жизни других компаний. Компания растет, а потом перестает зарабатывать деньги, если она не развернется, если она не сделает новый шаг то э, начнется застой, и тогда ничего хорошего не будет. Поэтому компании готовы находить новое направление. Некоторые церкви не готовы меняться, они не готовы рисковать. Потому что это не просто начать новое занятие воскресной школы, новую группу. Нет. Это более серьезная перемена. Это более серьезное новое направление. Иногда это называют поворотом на 180 градусов. Вот, например, Моисей и дети Израиля, народ израильский, они застряли в Египте, им не выйти из Египта. Они делают кирпичи, и приходит Моисей и говорит, мы отправляемся в обетованную землю. Глобальное изменение. И что происходит? Ну, прежде всего, фараон говорит, хотите развернуться, хотите уйти, не будет. Вы нам и здесь нужны, в рабстве. Значит, будете делать кирпичи, но без соломы. И вот этот поворот должен был состояться, но сначала взрыв, сначала проблемы. Проблемы бывают зачастую, когда мы пытаемся что-то изменить. Но помните, Моисей шел за Господом, Моисей готов был заплатить эту огромную цену для того, чтобы сделать, внести эти перемены. Он трудился, и Бог открыл новое направление. Приведу пару примеров таких крутых поворотов в жизни церквей. Один крутой поворот произошел в церкви, которая находилась ну, в небольшом городке, где люди любили ходить друг к другу в гости, но в церковь не ходили. И эта церковь закрыла все свои служения, такие как воскресная школа, и перенесла все служение в малые группы, в дома людей. Сначала из этой церкви ушли 40 человек в результате такого изменения. Они говорят, как, не будет воскресной школы? Как же так без воскресной школы? И люди ушли. Но церковь оставалась верной идеей малых групп. И на протяжении следующих пяти лет количество людей в церкви сначала сокращалось, было 160, потом 120, а потом стало 500. Потому что они совершили этот крутой поворот. Они шли к людям. Они шли к тем, кто не знает Христа. Их задачей было приводить этих людей ко Христу. Вот это крутой поворот. А теперь еще один поворот. Лайл Шаллер, эксперт в этих вопросах, пишет о том, что первая причина того, что церковь не совершает крутого поворота, заключается в том, что церковь не может договориться об общей стратегии. В каком направлении идти? Кто-то говорит, нужно делать то, то, другое, третье. Невозможно развернуться в 10 разных направлений. Должно быть одно направление разворота, которое соответствует тем людям, которые рядом с вами живут, которое поведет вас в новом направлении. Разворот может, например, в том быть, что церковь договорится, мы будем стремится к восстановлению, восстановлению зависимых, созависимых и так далее. Тогда разворот будет в сторону зависимых и созависимых, их освобождение во Христе. Разворот в сторону малых групп. Тоже новое направление, единое направление через систему малых групп. Еще один разворот. Церковь может сказать, мы будем призывать, приглашать лидеров из других культур, из других народов. То есть у нас будет международная церковь, не из одной страны, а из разных стран. Многокультурная церковь, церковь, в которой разные поколения трудятся вместе, чтобы были совершенно другие люди, а не те, к которым уже привыкли. Еще один поворот, который может совершить церковь. Мне приходит на память церковь в Остине, штат Техас. В церкви это был застой, ей было лет 80. Они призвали нового пастора на служение, и пастор хотел служить студентам колледжей. И было принято мудрое решение. По воскресеньям утреннее богослужение оставили тем же, какое было на протяжении 80 лет. Такое же богослужение, но ну, чтобы всем было удобно. А потом в 11 часов в другом здании они устроили специальное богослужение для студентов колледжа для молодежи нашли хорошего спикера который действительно мог преподавать объяснять Библию студентам колледжа, нашли студентов, которые хорошо играли на музыкальных инструментах и вели в поклонении нашли студентов которые работали трудились в группе приветствия лидеров малых групп и так далее. Так вот эта церковь конечно во многом осталась в своем застое на этом плато, но все-таки уже совершала разворот. Приходили студенты колледжей. И на протяжении десяти лет эта церковь выросла. В самом начале там была практически небольшая только группа студентов, а через 10 лет было 900 студентов колледжей и университетов. Потому что церковь была готова задуматься о том, как заботиться об этих людях, как заботиться и о тех, кто уже есть, и приглашать новых, чтобы достучаться до них Евангелием Христа. Так что если церковь действительно намерена совершить крутой поворот, то должно быть доверие между лидерами. Церковь должна смотреть в мир, наружу озаботиться тем, как привлекать новых людей в церковь. И церковь должна быть готова к тому, чтобы найти новый путь новых людей. И иногда, когда Бог хочет вести нас в новую землю обетованную, Он воздвигает для нас такого Моисея и дает ему видение для крутого разворота, для того, чтобы новый горизонт открыть Божьему народу. Церквям совершенно не обязательно умирать. Церквям совершенно не обязательно жить 20 лет в состоянии застоя. Церкви могут совершать повороты и заново ощущать благодать Божию, проповедуя Иисуса Христа. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.